Здравствуй, многомиллионный зритель! Сегодняшнее исполнение адресуется автору социопатии Гумилев Николай Степанович. Пусть будет стих твой гибок, но упруг, как тополь зеленеющей долины, как грудь земли, куда вонзился плуг, как девушка, не знавшая мужчины. Уверенную строгость береги, твой стих не должен ни порхать, ни виться, хотя у музы легкие шаги, она богиня, а не танцовщица. И перебойных рифм веселый гам, соблазн уклонов, легкий и свободный, оставь накрашенным шутам, танцующим на площади народной. И, выйдя на священные тропы, певучести пошли свои проклятия. Пойми, она любовница толпы, как и милостыни ждет она объятия. Всем спасибо.